Дорогие друзья, приветствую вас на нашем канале Модный дом. Сегодня мы будем делать распаковку вот такого вот светильника настольного от компании Seletti. Это первый наш выпуск распаковки, который отличается тем, что это никакая не реплика, это настоящий оригинал, настоящий бренд итальянской компании Seletti. И сразу можно заметить, как выглядели упаковки реплик, которые приходили из Китая, как они упакованы, как упаковывает итальянская компания. Вообще, когда мы работаем с каким-то качественным брендом, который стоит не 1000 рублей, а несколько тысяч долларов или евро, то сразу попадается все в мелочах. А что, какие именно мелочи? Это дизайн упаковки, что написано, как все написано и как это все, ну, скажем так, упаковано. Ну, конечно, они не делаются в Италии. Вот. Все создается в Италии, все идея, рисунки, чертежи, все полностью о руки. И само производство, конечно же, сделано в Китае. Здесь можно посмотреть, что это made in China. Но это фабричный Китай, потому что, ну, по экономическим всем вопросам выгоднее все делать именно в Китае. Итак, приступим к открыванию. Я до этого ее уже открыл. Вот, сейчас откроем при вас ее. То есть, вот так вот выглядит упаковка. Все очень красиво, все прям пропечатано, прям все трогаешь, все так рельефно. Дизайн все прописано. Здесь стоят такие, ну, скотчи, клеммы, что якобы все запечатано, так что все по-настоящему. Здесь все описывается, что это за товар, как он используется, какие к нему предрасположены технические характеристики, что это все перерабатывается, все это пишется и все это доносится. Да, конечно, покупателю. Итак, как я и говорил, премиум продукт, он кроется в мелочах и именно в деталях. Первая деталь, как мы все уже заметили, это... Мы уже заметили, это упаковка. Это упаковка. А именно, когда мы все то, что здесь прорезано, и открываем, смотрим, здесь у нас на базовой стороне встроен пенопласт и обшит тканью. Это прям, ну, очень круто. Далее, как и любой итальянский бренд, идет приветственное письмо, что это компания Seletti, что это за мышка, что это за светильник, как он распирается. Бумага сделана, ну, прям вот на ощупь очень классно, очень приятно, никакого дешевизны здесь нету, чтобы как будто показать, что все сэкономит. На самом деле все очень круто, прям просто бомбически. Вот такой вот какой-то сверточек. Здесь можно распаковать. О, вот это тоже очень круто. Это бумага, блин, забыл, как она называется. Калька, что ли, кальковая бумага. Нанести на кальку вот такой, такую типографию, это стоит тоже больших денег. И тут приветственное письмо о том, что компания Seletti рада презентовать им такой продукт и рассказывается историю, что и как создавалась эта мышка. Вот. Но у нас сегодня не про историю, как создавалась эта мышка, а у нас про саму мышку. Просто бомбическая, бомбический, не знаю, как называть, уже заикаюсь, держатель. То есть, если вот, допустим, вы покупаете, да, какой-то там телевизор, да, и скручиваются провода, там, скажем, какой-то обычный пластиковый такой фигандой, то тут она, во-первых, прорезиненная, все настолько прям четко сделано, прям, ну, прям очень все круто. Я вот смотрю и прям радуюсь.
Сама ткань, сам материал пластика, он очень тоже хороший и очень тоже, ну, показывает себя только с лучшей стороны. Он очень тактильный, приятно его щупать. Прям супер. Ну и сам светильник настольный – это мышка. Мышка сделана просто бомбически. Качество видно. То есть все вот здесь можно увидеть, что пишет дизайнер свою подпись ставит. Поэтому вот лучше так видно. То есть это опять же мелочи, это все кроется в премиальном продукте. Все помечено, что это Селетти, что это такое сделал этот дизайнер. Вот она мышка. И здесь у нас идет лампочка. Сейчас мы ее откроем. Ну и в заключение скажу по упаковке, что здесь идет все прям из тряпочек, все прям классно все сделано. Молодцы с компанией Селетти. Вот. Вот она мышка. Открываем коробочку. Здесь идет лампочка. Лучше использовать вот такие вот винтажные лампочки, потому что именно они будут передавать всю красоту, всю изящность вашего интерьера. Ну, именно к таким, к открытым. Все, она закручивается. И все. Светильник готов к использованию. Вот. Обязательно мы его подключим, посветим и будем радоваться им каждый день и радовать клиентов, которые захотят купить такой бомбический светильник настольный. Всем спасибо, кто смотрел нас. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. Будем рады.